Здравствуйте. Алматинские истории продолжаются. Я нахожусь на пересечении улиц Абая и Тулебаева. В 50-е годы это была окраина города. Именно здесь, на окраине города, в 51-м году построил свой дом наш выдающийся классик Мухтар Ауэзов. Я попросил рассказать об этом доме его старшего внука Эльдара Кунаева. Именно в этом доме прошло его детство. Пересечение улицы Тулебаева с проспектом Абая. Сегодня сложно поверить в то, что еще не так уж и давно, в начале прошлого столетия, здесь была окраина города. И сегодняшний проспект когда-то был просто улицей с ностальгическим названием «Рычная». Алматинцы, чье детство и юность пришлись на 50-е 60-е годы, вспоминают о том, как детворой купались в головном арыке и даже ходили сюда с ведрами за чистой водой. В то время арык был широким и полноводным, служил южной границей города, а за ней, опять-таки сложно поверить в это, были поля, где местные жители пасли свой скот. И лишь в 1960 году улицу Арычную переименовали в проспект Абая в честь Абая Кунанбаева, поэта и просветителя. Эльдар, вот мы сейчас находимся на Тулебаева, уже не первый раз наша программа приходит на эту улицу. Я уверен, что мы еще много раз будем на этой улице снимать следующие передачи. Конечно. Ну вот, говоря об этом доме, я еще был маленький, больше полувека назад, и когда сюда подходил, мне казалось, что это какой-то маленький сказочный домик. Тогда я не обращал внимания, не знал, наверное, кто это здесь жил. Но со временем я понял, что это, наверное, один из самых красивейших домов, который был построен вот на этой улице, на Тулебаеве, бывшая Абая. Да, бывшая Абая. Когда здесь ты родился, скажем так? Ну да. Это была окраина города? По сути дела, да, улица Абая, потом была Рычная, и там уже, по сути дела, не было никаких строений. То есть Мухтар Омарханович построил это здание в 1951 году, архитектор Герасимов, причем он сам смотрел чертежи и вносил свои коррективы, потому что ему хотелось удобно и работать, и отдыхать. То есть как бы устроен будет кабинет, как будет устроен зал, где он будет принимать гостей, как будет устроен второй этаж, там, где вот у них будет спальня, комната мамы, комната сына Эрнара. И также на первом этаже была комната его сестры Умии, Умыши, как мы ее называли, и гостиная, где они смотрели, тогда уже и телевизор тогда был, Темп-3, я помню прекрасно. Ну, в общем-то, этот дом, он для меня родной. Почему? Потому что именно после того, как я появился на свет, после родов, меня родители привезли сюда. И именно здесь мои, в общем-то, первые шаги моей жизни проходили здесь. А здесь я действительно научился и ходить, и говорить. И, в общем, здесь я получил вот именно вот то первое, по сути дела, такое человеческое добро, тепло, именно вот от своих родителей. И я вот на всю жизнь, у меня осталась память, это вот, конечно, образ Мухтара Омархановича, который был настолько счастлив и вот радость тем, что у него появился внук. Да, давайте все-таки пройдемте в дом, да, действительно увидим. Этот дом, он действительно родной. Сегодня это литературно-мемориальный дом музея имени Мухтара Ауэзова. Основан он в 1963 году. В этом доме великий поэт и писатель прожил свои последние 10 лет. Именно здесь была завершена его знаменитая эпопея «Путь Абая». Сегодня мы с вами услышим эксклюзивные и неизвестные ранее факты из жизни Мухтара Ауэзова. Эльдар Кунаев – внук Мухтара Омархановича Ауэзова, племянник Димаша Ахметовича Кунаева. Он вырос в этом доме. Самые теплые и самые добрые воспоминания связаны именно с этим домом, с тем временем, когда деревья казались большими, а каждое мгновение – детство волшебным. Симпатичная, вот такая маленькая была карликовая акация. Я не знаю, кто подарил Мухтару Омархановичу, но он ее посадил, и она больше не росла. Она вот буквально вот такого роста была. И я всегда под этой акацией, у меня там были маленькие свои там, ну, какие-то тайники. Коробочки, тайники. А сверху, когда шел дождь, я клеенкой закрывал и сидел там, как в маленьком доме. Ну, в общем, здесь, я же говорю, здесь так много было связано с жизнью. Именно в этом доме. Кто был вашими соседями здесь? Соседи были такая семья Денякиных. И, кстати, вот этот участок, который им тоже принадлежал, и Мухтар Омархановича в 50-м году купил именно этот участок у них. И именно здесь вот уже стал проектироваться этот дом. А семья Денякиных довольно большая была, и у них большой сад был. Ну, вот участок был такой вытянутый, и вот все деревья были вдоль на этого забора. И вот часто эта райка знаменитая, она свешивалась, и черешня даже. Вот когда черешни же сейчас нет, и черешня еще тоже. И вот мы просто не надо было никуда ходить, срывать рядом. Это такие вот детские воспоминания. Но они, причем они так плодоносили, что они свободно перевешивали через забор, и очень такой приятный был свой колорит.
Само здание поражает своим величием и живописностью. Ступенчатый фасад, декоративное оформление, легкая веранда с изящными колоннами и резными деталями, ухоженный сад, где до сих пор плодоносят ореховые деревья, посаженные самим Мухтаром Алмазовым. Здесь вы сегодня можете увидеть настоящий алматинский апорт. Как только вы входите во двор, вас встречает прекрасное монументальное декоративное панно Евгения Сидоркина. Рассматривать его можно бесконечно. Аллегоричное, сказочное и одновременно реальное. Видимо, так было все и задумано. Так, чтобы с первых мгновений пребывания в этом месте можно было погрузиться в мир прекрасного искусства, слова и живописи, гармонии и глубокой философии жизни. Ильдар, а вот этот вход, им тоже пользовались или центральными? Да, нет, этот вход, он пользовался, это был рабочий вход. Почему? Потому что здесь была кухня. И мы когда заходили, и когда надо было во двор выйти, сначала попадали вот на кухню, это вот эта вся территория, сейчас помещение, которое, это была кухня здесь. И поэтому здесь все готовилось, и поэтому это естественно, что какие-то продукты отсюда не из центрального входа, а отсюда, то есть это все было продумано, вот Мухтар Мушканович, что... Да, вот здесь эта комната... Была кухней у Мухтара Мушкановича. Мне она запомнилась, можно сказать, на всю жизнь, потому что я здесь получил первую травму, когда маленький бегал. Вот здесь стоял кухонный стол. Я поднялся на цыпочки, хотел заглянуть, что там находится на столе. И споткнулся, и в это время прямо губой об этот край металлический. И вот у меня до сих пор шрам. Мы открываем кабинет. Кабинет Мухтара Мушкановича Алмазова. Кабинет он тоже, в общем-то, хотел, чтобы он был не просто каким-то огромным помещением, а вот еще и была у него такая небольшая комната, где бы он мог принимать людей, которые к нему приходят, или своих соратников. И вот из ротанговой мебели был заказан специальный такой легкий гарнитур. И здесь он часто и фотографировался, часто и людей принимал. А вот в детстве я всегда помню, что, ну, во-первых, очень... Жестко мне было всегда сказано, когда Мухтар Мушканович работает, находится здесь, за столом, пишет, работает, заходить сюда было запрещено. Часто бывало, он наговаривал свои произведения, вот здесь машинистка сидела и печатала. Печатала все то, что он наговаривает, быстрее, потому что, ну, даже это, у него мысль, может быть, быстрее, так сказать, работала, чем рука. Он поэтому чаще наговаривал. Здесь, конечно, одна историческая вещь есть, которую он из Индии привез. Это вот здесь заклинатель змей. У этой змеи нет головы. Видите, там была огромная кобра. Естественно, кто ее поломал? Это я. С архитектором Герасимовым он сам именно вот создавал именно свой дом. И поэтому с 1951 по 1961 год, вот это вот 10 лет жизни в этом доме, 1951 год у него был хороший год, вот 1952 год был немножко тяжелее, потому что началась опять критика в адрес его произведений. Вот в конце 1952 года он вынужден был уехать. Я помню, как мама рассказывала, она жила в Москве тогда, в аспирантуре, в МГУ, и она снимала квартиру, раз уже аспиранткой стала. И вот вечером вдруг звонок, она открывает дверь, стоит Мухтар Мушканович. Она понимала, что что-то серьезное, что. Ну вот его вынудили его уехать тогда в 52-м году из Казахстана, потому что его близкие люди предупредили, что вполне возможно, что готовится арест. В общем-то, были опять такие вот эти репрессивные моменты в жизни. И он, никому не говоря, в общем, он уехал. До сих пор по-разному рассказывают, что он через Бишкек уехал. Еще, в общем, он уехал. Уехал в Москву, но там он получил полную поддержку Союза писателей. Тогда Александр Фадеев возглавлял Союз писателей Советского Союза. Вот, и там он устроился и стал работать в МГУ на факультете востоковедения. Он два года преподавал в МГУ, жил в Москве. Ну, а в 1954 году, когда вот изменилась ситуация, то есть он вернулся и приехал уже в Алмату. Там такой момент был, конечно, очень... Вот сейчас, когда уже историки находят такие моменты, документы, потому что в 1951 году, вот после всех этих испытаний, которые начались первые подземные атомные бомбы,
Тогда вот Курчатов проводил все эти испытания, и Мухтар Омарханович однажды ехал в командировку в Москву вместе с Сатпаевым. И они вот на эту тему беседовали, что вот Семипалатинский регион, он находится в таком плачевном состоянии, потому что все, что происходит после ядерных взрывов, тем более они были частично наземные, ведь это самые тяжелые моменты. Давай, говорит, и они решили вместе пойти к Курчатову и поговорить на эту тему. Они когда были в Москве, поговорили с Курчатовым, но он сказал: я только исследователь, ученый, по этому вопросу обращайтесь к товарищу Берии. Но они не пошли к Лаврентию Павловичу. Он как раз курировал это. Да, потому что они понимали, что это бесперспективно. А эта библиотека, это его, вот, действительно, здесь он не просто работал, это его, как вот весь его мир здесь находился, потому что огромная библиотека, которую он собирал всю жизнь. В библиотеке Мухтара Уэзова более 6000 книг. Вглядываясь в эти книжные стеллажи, кажется, что тот мир, которым жил и в котором творил гениальный поэт и писатель, философ и просветитель, этот мир здесь и сейчас. Он рядом, что нет времени, которое разделяет прошлое и настоящее. Все так трепетно и живо, все так близко. Я помню, что вот как-то в детстве, это был уже 60-й год, и бабушка мне говорит: Мухтар Ата тебе хочет по телефону с тобой поговорить. Я говорю: как? Со мной перебежал, и вот взял трубку этого телефона, и Мухтар Омарханович говорит: я решил купить «Волгу», «Победу» продал, у нас была «Победа», решил купить «Волгу», ГАЗ-21. Какого цвета ты хочешь, чтобы была «Волга»? Я говорю: только черную. Ну, почему-то мне так... Черных в частных руках очень мало было тогда «Волг». А у Мухтара Омархановича было две машины. Вот «Зим» и «Победа». «Победу» он продал. У «Зима» был номер 3090 ШД, желтый номер. ШД мы так переводили, как «шофер домашний». А «Волгу», которую он приобрел, 7339 ШД, черная. «Волга» с оленем, знаешь, вот такая вот прекрасная «Волга». 21-я «Волга». В общем, две машины было. Но он так ко мне относился вообще, как к взрослому человеку. Он со мной разговаривал, старался разговаривать, в общем-то, так. Никак не сюсюкать. Хотя были моменты такие, когда вот он меня действительно, он так хотел, чтобы вот я у него на руках как бы рос и все. Вот когда родители поженились в 55-м году, и они переселились сюда, вот мамину комнату на втором этаже, потом посмотрим. И вот Мухтар Омарханович моим родителям говорил: вот видите, говорит, все здесь есть, такой дом, такой сад. Вы вот молодожены, мы с бабушкой, ну в смысле с Валентиной Николаевной там, не хватает детского голоса. И он очень хотел внука. Ну и вот по прошествии 9 месяцев как раз-таки атака озарил этот дом, что бывало, со мной не могли справиться, и потом они звонили, мои родители звонили его родителям, и там Пашка, которая воспитала 11 детей, моя бабушка, она прибегала, и вот, в общем, что-то со мной делала, там, ну вот, болит живот, не знает, что делать, она раз, как вот казахские обычаи, там, как-то повернула, что-то сделала, и вот я потом, да, я лежу такой уже, такой блаженный, что все, и вот, а моя бабушка Валентина Николаевна, вот, очки запотели, она говорит: я не знаю, что с ним делать, мама тоже. Я был очень такой шумный ребенок. Хоть и единственное, потому что со стороны Кунаевых я был первый внук, носящий фамилию Кунаевых, да. А у Уэзовых вообще первый внук. То есть поэтому ко мне с двух сторон было такое большое внимание. Да. Я, к сожалению, на домбре играть не умею. Поэтому, Ветя, я прямо подержать хотел. Не, ну пожалуйста, да. Одну секунду, я... Ну, во-первых, Мухтар Омархановичу часто посетил. Он с Джамбулом сколько общался там и всегда. Джамбул же без домбры не ходил. Ух, уже мелодия звучащая. Да. Ну, она такая маленькая, вот, в общем-то, ну, аккуратная, в общем-то, домбра, да, действительно. Джамбульская домбра, плоская. Мне повезло, держала мусреповскую домбру, теперь ауэзовскую. Да. Марин, фотографировать надо. Конечно же, нужно фотографировать. И я пытаюсь это делать. Но атмосфера дома, построенного с такой любовью, каждая деталь, каждый предмет, все, абсолютно все действует на чувство и сознание так магнетически, что хочется слушать и слышать каждый шорох и звук в этом доме, смотреть и разглядывать прошлое, которое сейчас здесь, в настоящем. До фотографии ли? Идеально придумано. И вот эта овальность, вот это. Да. Да. Этот кабинет меня, я же говорю, двери закрывались, Мухтар Омарханович работает, и его беспокоить нельзя было. Вот. Ну вот гостиная здесь справа,
Гостиная, это здесь обычно мы вечерами собирались, и вот тогда был телевизор «Темп-3». А это вот, конечно, одна из таких кочевников фигуры знаменитая, это автор очень известный. Ну вот теперь мы начинаем уже входить в такую центральную часть дома, его входная группа, потому что здесь центральный вход, здесь гостей принимали. Вот. Ну, как маленький дворец выглядит. В общем, две колонны такие. И потом сохранили вот орнамент своеобразный здесь, он тоже был. Но первая, как говорится, комната, которая связана была со мной, это вот, конечно, зал. Зал, где принимают гостей. И вот здесь, в зале, за этим большим столом, он был тогда раздвинут. Мне он тогда казался очень большим. Здесь как раз-таки собиралась вот первая группа таких наших родственников, когда я родился. И с маминой стороны, и с папиной стороны, вот и сам Мухтар Марханович принимал участие. И вот эта группа была сформирована с тем, чтобы единое, прийти к единому мнению, как меня называть. И вот в этой группе была одна женщина, она была другом Мухтара Марханович, она была первым переводчиком его произведений, Анна Борисовна Никольская. И она тут же набросала стихи по этому поводу. «В этом доме все на ар, у меня отец Оскар, дедушку же зовут Мухтар, даже дядюшка почтеннейший именуется Эрнар. Первое мое желание – сохраните мне звучание обязательно на ар». И вот когда все уже не знали, как назвать, вдруг мама произнесла: «Давайте назовем его Эльдар». Потому что моего сына Мухтаром называл Димаш Ахметович. Когда он родился, мы тоже собрали вот такое же собрание родственников, и все. И вот Димаш Ахметович поднял моего сына и в ухо ему трижды прокричал: «Сена на атом Мухтар!» То есть в честь Мухтара Марханча вызвали. Вот меня назвали Эльдаром, а моего сына уже в честь Мухтара Марханча Мухтаром. То есть мы пока придерживаемся звучания на ар. Эльдар, а вот ваши воспоминания по этому залу, я представляю, помимо родственников, здесь же собирались еще друзья. Ладно. Эльдар, вот мы когда снимаем нашу программу, мы часто видим вот такие столы, и часто вокруг этих столов как раз и проходит разговор. Да. Кто собирался за ним, кто сидел, кто приходил в гости? Не, ну, конечно, во-первых, у Мухтара Марханча было большое количество друзей-писателей. Они не только казахстанских. Это вот, ну, прежде всего, и Габит Мусрепов, Сабит Муканов, Габиден Мустафин. Это всегда они здесь бывали. Когда вот свадьба моих родителей была здесь, в этом доме, ну, вот тот зал, какой бы он ни был большой, все-таки пришлось тогда раздвинуть, и часть гостей находилась на веранде. Это какой год был? Это был, ну, 55-й год, июль, когда мои родители поженились. И вот тогда там Адой здесь был, именно Сабит Муканов, именно за этим столом. Вот, ну, помимо этого, были же писатели, которые приезжали из других республик. И, во-первых, Леонид Соболев, это вот один из переводчиков Мухтара Марханча, он здесь очень часто бывал. Всеволод Иванов, он даже ездил на Иссык-Куль, Мухтара Марханча, на даче у него бывал. Но он, друзья из соседних республик, Гафур Гулям, Бердыкер Бабаев, я имею в виду узбекские писатели, туркменские писатели, вот помимо этого. Но у него было очень много... Не только вот писателей, друзей, вот ученые Аль-Жапар Абишев, Абдельдат Ажибаев, то есть этих вот людей я сам здесь видел. Художник Танцыкпаев подарил эту картину, когда он находился здесь. Танцыкпаев – народный художник Узбекистана, казах по происхождению. Он был народным художником СССР, был заместителем председателя даже Союза художников СССР. В Ташкенте есть прекрасный музей и галерея. Вот. И вот в годы войны он здесь находился, и вот написал такую картину, и Мухтар Марханович подарил. Ну, а здесь это вот комната, где жила сестра. Сестра Мухтара Марханча, Умия, Умыш, Апа. И вот часто, когда родители уезжали, я вот она на фотографии здесь в центре, вот слева, в платке сидит. А это меня побрили, у меня такой настоящий казахский вид. В общем-то... Хотя это вот как раз эти вот фотографии. Вот мама моя молодая, вон Мухтар Марханович. А вон вверху это вот как раз и я, и Эрнар. Угу. Просто родители часто бывали то в командировках, то уезжали. Поэтому я вот оставался с ней. И она почему-то вот всю мою одежду на левую сторону одевала. Родители приезжали, были в шоке. Ну что такое, все рубашки. А у нее было, видимо, такое понятие, чтобы шов не давил на маленькое тело и разворачивало. И... Внутри же, да, шов. Вот. Но у нее тоже своеобразное такое было. В общем-то, хотя, конечно, у нее судьба такая своеобразная была. У нее был характер не мягкий, как сказать, в общем-то.
Ну, мы сейчас поднимаемся на второй этаж, это как раз территория, где находятся спальные комнаты Мухтара Мархановича, комната моей мамы, комната Эрнара. Поэтому здесь немножко крутая лестница, но это именно та, которая здесь была. Это вот, кстати, прекрасное изображение катка Медео. Да, это 50-е годы еще. Да, это как раз таки авторская работа. Костеев подарил Мухтару Мархановичу. Да. Здесь вот комната Эрнара. Я очень любил заходить сюда и копаться в его столе, потому что у него много было всяких интересных для мальчишки сувениров, ну не сувениров, там гайки, болты, там что-то еще в этом роде. Поэтому, ну и потом он охотником был. И книги там по орнитологии как раз, да? Да. Здесь, видите, тоже продумано все было, что можно было открыть балкон, выйти на балкон, в спальне, когда свежий воздух алматинский сюда вливается. Вот здесь прекрасный портрет моей бабушки Валентины Николаевны. Это написала наша художница Айша Галимбаева. Она и позировала уже. Ну вот видите, в этой комнате вот как раз эта фотография, где я изображен вместе с Мухтаром Мархановичем. Вот, и яблоки. Яблоки всю жизнь, с детства любил яблоки, и сейчас тоже. Весной 61-го года пришли работники МВД и рассказали одну вещь Мухтару Мархановичу, что по их сведениям в Алмату едет какая-то очень сильная такая ОПГ, как, в общем, банда, которые хотели его ограбить. Ну, вообще, осуществить несколько там каких-то крупных ограблений. И вот думали, что лауреат Ленинской премии, богатый человек по тем временам, все. И вот они, у нас есть сведения, что вас хотят ограбить. Конечно, мы здесь выставим там, ну, охрану, там все, но они посчитали, что для самообороны все-таки Мухтару Мархановичу выделили именной пистолет. И он был такой огромный, я вот сейчас не могу понять, какой это был марки, он был хромированный. И Мухтар Мархановича всегда его держал здесь, вот, под кроватью, с этой стороны. Вот здесь, под кроватью, чтобы на всякий случай. Это, видишь, это узбекский халат. Узбекский халат. Вот в 1959 году, когда Шараф Рашидович Рашидов, будучи представителем президента Верховного Совета Узбекской ССР, да, он одновременно же был писателем, и он выдвинул свое произведение на участие в Ленинской премии, на конкурс. И для того, чтобы была положительная рецензия, он прислал эти книги Мухтару Мархановичу. Ну, чтобы как-то у него было более благословное отношение, он прислал ему узбекский халат. И мне, маленькому такому, тоже прислал маленький такой узбекский халат. И Мухтар Мархановичу говорит: ой, какой внимательный человек, он даже моем внуке вспомнил. Сел читать его произведение, потом прочитал, сказал: боже мой, какой ужас, какой ужас. В общем, он написал такую отрицательную рецензию, что она даже первый тур не прошла, и все, и он... В общем, Шараф Рашидович без Ленинской премии остался. Веранда была удобная. Почему? Потому что здесь вот, когда не было бильярда, вот люди для того, чтобы торжественные там мероприятия проводить, там, ну, это вот такие крупные, это вот только свадьбы были. Мухтар Мархановича был жаворонок. Рано утром он вставал, до завтрака ходил вот как раз по двору. А вокруг как раз здания была дорожка асфальтированная, и он по ней все время... ходил, наматывал круги, и вот какие-то у него были в этот период, видимо, одновременно мысли, сюжеты какие-то возникали. В общем, он обдумывал какие-то планы будущие. Поэтому это довольно способствовало, вот, видимо, его работоспособности, ходьба. И вот он все время ходил. А в тот день, 7 мая 1956 года, я родился в 6 утра, и в этот момент он как раз ходил, и когда ему сообщили об этом, он... прямо настолько был восторжен, что он решил вот как раз эти кусты сирени, которые ему тут же попались на глаза, он говорит, я решил создать букет. Когда купил участок Мухтар Мархановича, он сам сажал деревья. Вот здесь вот на самом краю буквально этого участка были вот, ну вот розы, кстати, восстановлены, да, даже в хронике можно увидеть. А вот там, где кусты, там было огромное дерево яблоневое, оно как-то вот... или оно уже тогда на участке было, потому что я был маленький, я лазил на это дерево и часто срывал яблоки. Вот, и там дальше были бульдонеш, вот целые кусты. Uh-huh. Вот, и в конце двора сам Мухтар Мархановича посадил два дерева орехов. И вот, конечно, сад уже выродился, уже все другие деревья, а вот именно эти два ореха, они до сих пор живут и до сих пор еще плодоносят. Однажды Мухтар Уэзов написал: «Сегодня уже нет и не может быть универсальной фигуры, подобной Аристотелю, Авиценне, Леонардо да Винчи». Когда он писал эти строчки, он сам и не подозревал, наверное, о том, что для нас, для его потомков, Мухтар Мархановича Ауэзов станет именно такой фигурой, именно такой личностью,
сотворивший для нас в 20 веке нашу эпоху Возрождения. Как-то при встрече с Муратом Мухтаровичем Ауэзовым я попросил его рассказать о доме, в котором жил и работал его отец. На что он мне ответил, что лучше всего это сделает Эльдар Кунаев, внук Мухтара Омархановича. Большое спасибо семье Кунаевых Ауэзов за эксклюзивный материал. Алматинские истории продолжаются.